17 декабря 1891 года в Воронежской губернии родился Николай Григорьевич Чудненко, будущий организатор производства транспортных дизельных двигателей в Барнауле. До 1941 года работал на Харьковском тракторном заводе. В 1942-м организовывал эвакуацию завода на Алтай. Его организаторский талант проявился в том, что уже 6 ноября 1942-го начался выпуск дизельных двигателей для танков Т-34. До конца войны каждая пятая 34-ка работала на барнаульском дизеле. В 1946-м завод получил название «Трансмаш», а Чудненко стал его директором. При нем, в частности, значительно расширилась линейка транспортных дизелей. Их ставили уже на локомотивы и суда. Сегодня имя легендарного руководителя носит одна из улиц Барнаула. 30 декабря 1967-го, накануне Нового года, официально начал работу барнаульский почтамт. Он расположился в центре города на проспекте Ленина. Долгие годы главпочтамт был и для многих остается главным местом для междугородних переговоров и отправки посылок. 22 декабря 2018 года впервые открылся новогодний городок на пешеходной улице Молотобольской. Иллюминация, горки, снежные фигуры, даже настоящий уличный камин, прежде исключительно торговая, Молотобольская впервые за свою историю стала одним из популярных праздничных уголков города. Новая традиция полюбилась горожанам и повторится и в этом году.